Ах, какое аппетитное пирожное! Только чаю с ним не попьешь. А вот намылиться с удовольствием. Мыло ручной работы от Виллер Бутик завораживает своим разноцветием. В его составе только натуральные вещества. Масла виноградных косточек, пророщенной пшеницы, грецкого ореха, календула, мед, кофе, шоколад, глицерин и разные травы придают мылу нежность, аромат и целебные свойства. Мыло можно купить в интернет-магазине «Виллер Бутик», а можно сделать своими руками, примерив на себя роль изобретательного парфюмера. Опытный мыловар Елена Виллер терпеливо научит вас всем премудростям. У нас мастер-класс по мылу, мы варим мыло здесь. Мы делаем сейчас апельсиновое, я добавляла, сейчас хочу попробовать яблочное. То есть тут на любой вкус есть запахи, можно выбирать любой. Уже жду не дождусь, конечно, буду пользоваться. Леночка прекрасная. Очень интересно рассказывает, очень доступно, понятно. Мне очень нравится. И, в общем-то, я люблю химию, а тут запахи и творческие процессы. Ты хочешь белую, правильно? Значит, мы с тобой добавим какую? Апельсиновую, мандаринку мы с тобой добавляли, правильно? Да. Капай пару капелек сюда. И масло мы добавляем для того, чтобы ручки потом были у нас мягкие. Что ты делала? Я делала звезду. Я подарю маме. У Елены Виллер надежная и востребованная специальность. Она профессиональная портниха, но творческому человеку всегда чего-то не хватает. В поисках прекрасного Елена не только варит мыло, но и валяет. Вот такую красоту. У меня была студия в Тель-Авиве свадебного платья. Ну и немножко белое, оно как бы надоедает, хотелось чем-то заняться. Случайно увидела в интернете вещь, которая была свалена. Это был шарфик. Мне было очень интересно, что это. Я его купила. Когда он пришел, я была в восторге от этого материала. И я поняла, что я буду этим заниматься. И вот я 4 года этим занимаюсь. Валяю абсолютно все. И детские шапочки, и пальто, и курточки, и платья. Очень люблю, мне нравятся носочки. Потому что они теплые и полезные. В любую вещь, которую я делаю своими руками, будь то шью, там, мыло или валяное изделие, во-первых, вкладывается свое настроение. Я никогда не подхожу к столу, к рабочему, если плохое настроение. Но у меня как бы плохого настроения не бывает, потому что сразу представляешь, чем ты будешь заниматься. Это творчество, оно просто разливается по всему телу, у тебя поднимается настроение. У меня даже сейчас аж мурашки бегают, я просто очень люблю все это дело. Вещи, сваленные из шерсти, это целый мир. Они хранят наши тайны, защищают нас от холода и недугов. Шерсть снижает давление, утоляет боль, снимает усталость. В руках Елены Виллер она превращается в изысканные вещи, которые становятся украшением гардероба. Мягкая мериносовая шерсть в сочетании с натуральным шелком не колется ничуть. Так что смело заказывайте валяные вещи от Виллер Бутик, носите их с удовольствием и принимайте пожелания Елены к Новому году. Здоровья, любви, доброты, чтобы все люди друг к другу относились с пониманием,